наш теплоход прибыл к пристани или даже причалу города Мышкин, который мы сегодня будем осматривать. И я тоже вам его покажу посредством видеокамеры. Здесь вот идут активные градостроительные работы. Пристань эта благоустраивается, что не может не радовать. Ну а мы сейчас пойдем чуть выше, и я сейчас покажу вам, как тут все устроено в этом мышачьем городе. Самый высокий, самый крутой холм в городе – Успенский. После немного несуразной Костромы город Мышкин – это просто отдушина. Приятный маленький городок и самый лучший гид на маршруте Вячеслав. Указом императрицы Екатерины II селу Мышкина в 1777 году присвоили статус города. Чуть позже, в 1805-20 годах, Мышкине построили главный собор – Успенский. Снимать в нем также запрещено, кроме колокольни, куда я и полез. На полпути в ней организован небольшой музейчик из старой церковной утвари. С колокольни открываются красивые виды на город и Волгу. В городе Лилипуте Мышкине проживает 5800 человек. Туризм развивается далеко не мышиными шагами. Гостей за год бывает 25 раз больше, чем самих жителей. А музеи стоят так плотно, что выходишь из одного и сразу попадаешь в другой. В Мышкине мужички порадовали нас акапельным пением. Правда, без акустики большого храма, как это было в Костроме, но тоже красиво спели. Мы посетили музей Валина, Клина, а затем прошли в дом Мельника к амбарным мышам. Чтобы этого не произошло, за нами следит сам Мельник. Он же контролирует самое строгое правило, чтобы вы его не нарушили. Черед. То есть, кто первый сюда пришел, к жерновам подойдет тоже первый. Но мы же богаты зажиточные. Вот вас вперед все мыши и пропустили. Нужны были маленькие ручные жеринки или ступы с тяжелым бестом. А с ними справлялись даже маленькие дети. На Никольской улице частично сохранилась старая брусчатка. Есть в Мышкине и мемориал Великой Отечественной войны с вечным огнем. А закончили мы экскурсию в ротонде над городской набережной, поставленной здесь в 2014 году. Купив мягких мышек на память, мы отчалили к последнему городу нашего круиза – Угличу.